Добрый день! Сегодня у нас стихотворение «Всем подарки», и написал его Сергей Погореловский. Чуть утро загорается, как я уже в саду. Для всех, кто повстречается, подарочки найду. Для Аленки – сказка, собачонке – ласка. Шутка солнышку, дружку, прибаутка ветерку. Гришке – полковришки. Крошки, воробишки, ленточка, рябине, песенка Марине. Всем улыбка и привет, ничего дороже нет. Вот как, какое чудесное стихотворение. Надо всегда со всеми здороваться и всегда говорить волшебные слова. Всего вам доброго, до новой встречи, до свидания. Подписывайтесь на канал.